Чувашии начался масштабный ремонт дорог. На реализацию федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» выделены серьезные средства. Это позволит отремонтировать десятки участков и снизить аварийность. Наша съемочная группа узнала, как идет освоение средств в Новочебоксарске и Чебоксарском районе. Только в этом году на ремонт дорог в Чебоксарах, Новочебоксарске, Чебоксарском и Маргаушском районах планируют потратить более миллиарда рублей. Половина из них поступила из федерального бюджета. Все аукционы по объектам состоялись. В Новочебоксарске подрядчики уже приступили к работам. Им предстоит освоить более 300 миллионов рублей. Если посмотреть на карту Новочебоксарска, вот эти 12 основных магистралей, дорог, практически большая часть дорожного покрытия в Новочебоксарске будет отремонтирована в этом году. На следующий год предусмотрено по этой программе еще 150 миллионов. По сути дела, за два года основные магистрали в Новочебоксарске будут заново отремонтированы и положен новый асфальт. Дворовые территории города также попали в программу ремонта дорог. Результаты уже видны. Мы тоже здесь гуляем с детьми с колясками, когда проходим на аллею. Тоже была дорога ужасная, но сейчас, благодаря, видимо, дорожникам, все сделано, и это очень хорошо. Каждый объект, который попал под программу, предварительно изучили специалисты. Главные критерии, по которым были выбраны участки, это износ дорожного покрытия, интенсивность движения и главный показатель – большое количество ДТП. Дорога Яныши – Малые Тарханы уже давно нуждалась в капитальном ремонте. На него выделено более 10 миллионов рублей. Данная автомобильная дорога не соответствует нормативным требованиям. Было принято решение о проведении ремонтных работ и укреплении дорожного полотна на автомобильной дороге с тем, чтобы беспрепятственно запустить школьный автобус. Также предусмотрена установка барьерного ограждения. Напомним, что в программу «Безопасные и качественные дороги» вошли более 100 аварийных дорог. Все заявленные участки должны быть отремонтированы в течение этого года. Татьяна Филатова, Татьяна Раевская, Олег Якимов, Республика.